Здравствуйте, с вами учитель математики Нина Владимировна. И сегодня мы научимся решать тригонометрические уравнения синус х равняется t. Для этого вспомним, как выглядит график функции синус х. Так как синус х принимает значение от минус 1 до 1, то уравнение будет иметь решение только в том случае, если t также принимает значение от минус 1 до 1. Чтобы решить уравнение, нам фактически нужно найти точки пересечения синусоиды и прямой y равняется t. Мы получим множество точек. Но обратим внимание на интервал от 0 до 2 π. Это период функции синус х. На этом интервале мы получили две точки пересечения, следовательно, и будет две серии корней. Первая серия записывается таким образом: арксинус t плюс 2 πn. Вторая — пи минус арксинус t плюс 2 πn. Эти точки хорошо видны на нашей единичной окружности. И так как период равен полному кругу, то таких точек будет бесконечное множество, поэтому мы и добавляем 2 πn, где n целое число. Эти две формулы можно объединить в одну формулу. Х равняется минус 1 в степени n арксинус t плюс πn. Иногда удобно пользоваться этой обобщенной формулой, но в некоторых заданиях, как, например, задание 15 ЕГЭ, лучше воспользоваться двумя первыми формулами, потому что там нам приходится искать конкретные значения х и в определенном промежутке. Откуда мы берем значение арксинуса? Из вот этой замечательной таблички. Обратим внимание, например, на синус х равняется 1/2. Поднимаясь вверх, мы получаем π на 6 или 30 градусов. Радианная форма записи, градусная форма записи. Это и есть наш арксинус. Вот решим уравнение синус х равняется как раз 1/2. На единичной окружности на оси ординат отметим значение 1/2, проведем прямую параллельную оси х и получим две точки пересечения. Отметили число 1/2 на оси ординат, потому что синус — это как раз и есть ордината точки. Итак, мы получили две серии корней. Х первая пи на 6 плюс 2 пи, где к целое число. И х второе 5 пи на 6 плюс 2 пи, где к также целое число. Объединим эти два решения в одно. Х равняется минус 1 в степени n пи на 6 плюс пи n. Есть еще три частные формулы. Синус х равняется 0. При x равняется πn. На окружности мы видим две точки, когда синус равен 0. Синус x равняется 1. X равняется π на 2 плюс 2 πn. И синус x равняется минус 1. Соответственно, x равняется минус π на 2 плюс 2 πn. Переходите по ссылке под видео и получите полезную информацию о подготовке к ЕГЭ по математике, а также смотрите видео на этом канале.